9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот день чествуют людей, совершивших подвиг на военном и трудовом поприще, внесших неоценимый вклад в развитие и становление страны. В преддверии этого события в районе прошли различные мероприятия. В Игнатьевском поселении на улицах и у памятника павшим героям войны прошла акция, участниками которой стали старшеклассники. Сегодня мы отмечаем всероссийскую акцию «День Героев Отечества». В нашей школе стало уже традицией проводить такие патриотические мероприятия, как «Бессмертный полк». Этими занятиями, мероприятиями мы воспитываем в детях любовь к родине, честь, отвагу, смелость. В рамках акции школьники раздавали прохожим листовки в виде солдатских писем, треугольников с информацией о герое Василии Кардашове, а также о его подвиге. Адрес отправителя всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. Эти письма говорят о том, что внутри автобиография нашего земляка, Кардашова Василия Алексеевича, который воевал и стал кавалером 3 орденов славы, в честь кого названа одна из улиц нашего хутора Игнатьевский. Сегодня мы отмечали всероссийскую акцию «День Героев Отечества». Значит, письмо вам вручает наша ученица. В этом письме военных лет, значит, автобиография нашего земляка Кардашова Василия Алексеевича. А сегодня как бы день памяти всех героев, кто воевал за Отечество. Спасибо большое. Школьники встали в почетный караул у памятника павшим героям войны и неизвестного солдата. Это стало своеобразным завершением акции.